Мы сейчас отправимся в прогулочку по территории Синеверской гостиницы, как-то отель, и вам покажем, что тут интересного. Вот тут есть такие беседочки. Держишь меня за руку? Вот это колиба. Смерекова хата. Можливо, пізніше ми до неї зайдемо. Тут такі цікаві штучки. Цікаві штучки та грязючки. О, грязюка. Дощ все розквасив. У нас на конференції здесь є іноземні гості. Конференція посвящена геодезії, картографії і смежним вопросам. Как вообще класно, да, здесь? Вот каждый, кто привыкает, привыкают люди, вот живут в одной какой-то местности, да, и привыкают к тому, что они там видят, для них это, ну, как бы обычно, нормально. Я думаю, что те, кто тут живут, это так же. Хотя они, я думаю, понимают, что они дышат там хорошим воздухом, чистым, однако связь там мобильная пропадает, может, телевизор нормально не посмотреть. Ну, а тут, видите, такая красота. Высоченные смереки или... Ну, я не знаю, это сосны. Ну, это не сосны. Это еловые, скажем так, да? Вечно зеленые. Повсюду вот такие вот небольшие заборчики, оградки. Я так понимаю, что, в принципе, это не для красоты, а для дела. То есть, если тут животные, например, выпасаются какие-то. Хотя, может быть, еще так, я не знаю. Это как традиция такая, такие делать парканчики, да? Как? Конечно, время грибов, но мы не подготовлены для гуляний в лесу. То могли бы сейчас, да, полазить тут. О, дождь уже сменяется снежком. Вот. Ну, может, если тут где-то сможем купить. В прошлый раз мы, когда были в Карпатах, прогнали, мы не купили ни сушеных, ни консервированных грибочков. Вот речушка. А вон какая наш, классная. А вон наш. Да, готель. Готельчик. Какой интересный, красивый. А вон, смотри, за ним наверху выглядывает, ага, за вершинками заснеженная гора. Вот трясешься, холодно. Холодно. Ну что ты, ну встань. Что ну, ты, моросит. Уже. Моросит, снежок срывается. Вот. Классно вообще, классно. Интересно так. Нам вообще, мы в восторге просто, да? Красота. Мы просто любители природы. Любители, да. Я страшно переживаю вообще, что звук будет просто галим у этой камеры. Он и так намного хуже, конечно, чем нормальные камеры. Но сейчас в пользу все-таки того, чтобы в хорошем качестве снять, в 2К качестве, это моя новая камера Action снимает. И широкий угол обзора, вот эту всю красоту вам передать. Потому что на Panasonic свой, конечно, поле зрения небольшое и все-таки... Звук там получше. Ну, свои плюсы и минусы. Синеверське озеро. Туристично-оздоровчий комплекс це називається. Синеверське озеро. Теж тут смерекова хата колиба, тут інша колиба. Така дуже цікава. Селющина поїзна. Що це за селющина поїзна? Зараз я попробую к воді спуститися акуратно. Ой, акуратно, щоб ти не покатився туди. Такий момент цікавий. Смотрите, зараз я вам покажу цвіточки. Снег. Это грибы, смотри. Грибочки, цветочки и бычочки. Смотри, да, грибы. Давай грибы насобираем. Елки. Какие-то грибы. Грибы какие-то. А вот цветочки. Сейчас я тут. Таке не вийде, як ото кажуть, утоплюся в річці глибоці. Бо тут в ній втопитись не вийде. А розбитись можна, я думаю, якщо стрибнути. Зараз я тебе сфотографую. Зараз я тут по камінням трошки. Нормально. Так журчить класно, взагалі. Так приємно. Я б крісло поставив би. И сидел бы, я не знаю, в шезлонге. Как вот море. Классно, да, когда море. Пш, пш, пш. Ты лежишь так, солнышко вообще греет.
И тут классно. Даже можно так тепло одеться, взять там глинтвейн, например, горячий. Или что-нибудь такое вкусное, согревающее. Чаек там крепкий, кофеек. И поваляться в кресле, да? Да, замерзла. Итак, мы продолжаем гулять. Заметили вдали такой интересный кадр. Чучело. Что-то воно там подвешено за шею, диви, как виселица якась. И куры внизу. Куры там. И вот, допустим, в экшн-камеры зума нет, а в видеокамеры у меня такой зум. Идем. Смотрите, какая красота вообще неописуемая. Такие горы. Это даже холмом уже не назовешь. И такие гладенькие вообще. Трава, что интересно, невысокая. Тут в Карпатах, вот, по крайней мере, здесь мы сколько не смотрели. Даша еще говорит, это ее, наверное, тут скосили. Да нет, ее вот тут никто точно не косил. А это, смотри, похоже, как на раскопки. Ага. Похоже на раскопки. Или геологи, или историки. Вообще, красота такая, посмотрите. Так что, друзья, если будет возможность, обязательно в Карпаты отправляйтесь и туристические поездки, и сами, так сказать, дикарями, или не дикарями, там на машине, но своим ходом. Классно, классно здесь. Причем лес такой, так и хочется туда. Волшебный. Просто туда залезть. Строятся домики свеженькие, красивенькие, деревянненькие. Рубится лес. А мы решили прогуляться в ту сторону, куда нас, скорее всего, на экскурсию не поведут. О, кстати, смотрите, может, кто увлекается геологией, как интересно. Породы под углом. Я такое в Крыму наблюдал. Видите, как интересно? Возле речки, где вымыло камни. Да, конечно, дождь. Чем все дождь портит. Такой? Ужасно. Сыро, холодно, мерзко. Сыро, холодно. Снег, дождь. Погода. Но мы под зонтиком все равно гуляем. Ну, все равно с удовольствием, да? Да. Гуляем с удовольствием. Сопли у нас уже и так есть. Вот. И вам это все показать. Красоту хотим. О, видишь, тут тарелки есть. Только я говорю, что их не видел. Тут тарелки есть. Короче. Стройматериалы. Конечно, это большая проблема. Здесь в смысле... Спил леса и неконтролируемый. Потом оползни, камнепады и все такое. Сувы грунта. Вон на горе наверху снег. А, вот берлога. Видно сейчас. Ага, вот и берлога. Смотри, как симпатично, да? О, и медведи, смотри, сидят. Медведь и кто-то там. Лесовичок или гуцул, или вуйко кто-то. Ух ты, смотри, это что, реально корни такие у дерева? Наверное, да. Класс. А ну, давай подойдем. А, нет, смотри, это было дерево такое. Вот, вот там а, его низ, да, да, а да, это вверх. Ветки. Это специально сосновая, могли, кстати, такая. Такое сделать, да. Могли такое специально сделать. Класс. Необычно, как смотрится. Такая местная маленькая достопримечательность. О, там что-то еда. Еще съеда. А вот это у нас что, сауна, да? Угу. Сауна. Там уже подписано. В эту бочку прыгают, пернают у воду крыжану. Дивіться, яка краса. Карпат. Ось там сніжком припорошило. Какое место интересное, да? Мост деревянный. И тут, получается, две речушки впадают. Вот одна. И вон вторая. Ха, смотри, как интересно сделано, да? И шлагбаум. А, ну, национальный природный заповедник Синевир. Слышите?
тоже, конечно, можно на Харьковщине, на Слобожанщине такое встретить. Но все же сейчас все реже, все реже. А здесь, в Карпатах, можно часто увидеть то, что называют сейчас гужевыми повозками в правилах дорожного движения, да? И лошадки, смотри, какие стоят. Дождик их поливает. Вот, средства передвижения. Такие красавицы. Трудяги. Грустные глаза. Живут же тут люди. Ребята, мы шли, и тут гриб нашли. Бедняга. Лежит белый гриб. Это белый, по всей видимости. Такой классный, глянь. Ой, красавец какой. У нас что-то какая-то грибомания. Ну, в хорошем смысле слова. А вон еще гриб большой растет. Тут грибов много. Вон, здесь мы увидели это 100% круговые луговые опята. Ну, или, может, это не луговые, но вот они. Ну, круговые. Да, похоже еще как на вешенки. Но интересно, что они тут, смотрите, какие грибы. Ух, какие классные. Ух. И они вот по кругу. Оп, сюда идет. Вот здесь они идут. Вот грибочки. Пошли. И по кругу. Вот такой кружок. У нас гипотеза появилась, что это вот так разрастается грибница, и кольцо это увеличивается. Вот, так что такая красота, и грибочек тут лежит, просится на сковородку. Ты плачешь, потому что к нему не подобраться, да? Да. Тут такой паркан, чтобы туда Дорис. Дорис батьковна, чтобы туда не лазить. А, это тут кругом грибы. Ну, короче, для наркомана радость тут. Грибного. Для токсикомана грибного, да. Потому что тут можно каких хочешь насобирать, найти. Вот такая краса. Так что наши путешествия в Карпатах продолжаются. Мы такие друзья, которые любят от группы, например, отбиться. Вот, да? А что-нибудь интересненькое посмотреть. Потому что всегда очень интересные вещи в стороне от туристических труб.